Да. Да. Двигаем мочить дальше. Блин, мне вот все интересно, чего вот это за эмиссары? Ты не гуглил они? Вот это за эмиссары. Нет, нет. Нет? Пойдем вниз? Или не пойдем вниз? А, тут надо починить лампу потом. Там починить, да, нужно. И вот у этого эмиссара спросить, что с тобой не так. Потом спросим. Темнолесье. Темнолесье. Так, ну раз мы здесь, значит... У меня такое ощущение, что неделю мы играли. Угу, пойдем сюда. Лагает. У меня, кстати, тоже фризы какие-то непонятные. Надо компик обновлять. Да что такое? Грабли. Лаги или? Да фризы. Что такое красное? И оно уменьшает. А, что подожди. Там видимо. Стой, вернись обратно. Давай его вот, твоей способностью убьем. Давай. Что это за хрень? Ну, он, видимо, в текстуре. Где-то вот был там. Ого, там народу. Вот тусе. Мы как раз мы любим тусе. Тут Сэм. Скушали все. В этом подвале мы были, да? Да. Мы в него зашли, с другой стороны вышли. Сунимасы! Или как там? Ну, типа в дом зашли и... Слева тотем, можем еще раз его запинать. Да, у меня ничего нет. Будем, куда? Или не будем, просто скажи. Будем. Пойдем. Просто чисто налево иди. Чисто налево. Умер. Угу. Ого. Ну, без котела я все легко. Так, где это? А, здесь босс. Что-то я не видел даже. Это ты там сразу этими порталами... О, даже два босса, даже три там еще от растений в виде босса. То есть, блин. Больно бьет? Но... травит. Мы еще тотем не открыли. Да. Блин. Мифическое проклятие чертополоха. Что это такое? Арбалет. Чуть не нашел.
Ох, я готова. Ты готова? Да. Все, жмака. Угу. Что, это все? Босс, нет, который валится. Походу, сейчас... Так, вот еще. Еще вылезу. Да, это все. Ну ладно, мне за это ничего не дали. Мне какой-то ноктирн дали. С кем борешься? О, возьми, возьми, возьми. То и себе получаешь. Ноктирн. Ну-ка. Наручный меч. Что, лучше? Да. Конечно, лучше. Блин, он не дает. А, ну у него атака 1.93. Правда, он не дает скорость атаки, к сожалению. Чем бы его заменить? Ну, если сразу не можешь решить, то. Да, чуть. Но он лучше, чем там мои оба. Поэтому. Позже подумаю. Он в дамаге лучше или просто в целом лучше? Ну, там он и плюсов дает побольше мне. А я просто, я не смотрел, что он там дает. Он, просто... да, на мои навыки там дает. А я не на навыки смотрел, я просто вижу одноручный меч, все, короче, это... А ты булавами пользуешься, да? Ну, топорами, у меня... булавами. У меня сейчас топор, да. Я в основном мечами, даже не в основном, а лучше мечами пользоваться. Ну, мне, вот потому тебе... что все мечи дают мне плюсы к моим билкам. Вот там тоже такое. Да. Ой, блин, прискакал в другого конца карты. Красные сики. Прилег и окаменел. О, кстати, там подвал. Мы в нем были. В мы этом? Мы из него вылезли. А, ладно. О, алтарь. Не нужен. Может так. Но если он на монстров, да, то можно его попинать. Да. Давай. Вот, чуть мне розовое там выпало. Не увидел. Какое, ну, из пенька что-то розовое выпало. Что не... такое розовое? Ну, розовое предмет какой-то. То ли он квестовый, то ли как ресурс. Ого, ого. Ого, еще и какое-то достижение. Револьвер твердыни. О, какая-то снова маска безумия, которая на мне. Ну, она такая же. Говенная. И какой-то... сапоги какие-то. Кирилл скачал, сказал, что он уже у него давно скачан. А он еще не посмотрел? Угу. Пусть смотрит, чё. Чё там? Чё там?
понял, ну. Блин, там шаман был, что ли, который лечил. Почему я не могу? А, вот. Ага, ничего, просто пройти по дереву. Внутри ствола? Да, ничего. Пойдем в подземелье. Да, сейчас здесь цветочки убью, вдруг из девчонки выпадет. Кстати, сколько у меня болотных цветков? 7, мне еще один нужен. Ну если что, у меня есть. Да ладно. Вообще мне надо 2. Ой, 2 этих, 2 по 8. Mm. Пипец, шаман, обнимите друг друга лечат. Голландцы, блин. Ой, там босс. Улучшенный шаман. Блин, он спанит. Ой, еще вызвал кого-то. Он призрака вызывает. Он хилится. Да, он хилится. Сейчас попробую его. Сейчас захочет с него выпало крутое. Ну, у меня автоматически подобралось, значит. Упс. Очень. Надеюсь, снова это было не громко. Не понимаю, что снова выпало. Опять с него фиолет выпал. Ресурс какой-то выпал. Вот это, наверное, вот. Там. Плюс один ко всем умениям. Не ресурс, а фиолет. Это амулет на плюс один ко всем умениям. Он у тебя автоматически подобрался? Нет. А, у меня даже... Шмотка, блин. А, ну все, я говорю, у меня там что-то было, но автоматически подобралось, значит, не шмотка.
это похоже данж вот этого босса, ну, подземелье вот этого босса. А как его звали-то хоть? Какой-то шаман, который хилил себя. Так и будем называть. Кстати, госпожу Равок так и не нашли. Могу погуглить. Сейчас хоть бы портал. А как? Вот, у меня, видишь, на карте написано, что там можно зайти. Как? Куда? Вот здесь. Видишь, на мини-карте. Я не понимаю, почему я не могу это сделать. Ну, значит... А, ну вот, я что-то как-то... Я не понимаю, короче, здесь какая-то карта странная. Налево пойдем, сходим там. Пойдем, сходим. Чё там? Да здесь просто кусочек открыть. Тут, знаешь, там кусочек, а не дальше дорога. Я предполагаю, потому что дальше портал идет, наверное, это дальше. А, ну да. А глава Архивариуса. Мы даже не смотрели, да? Не читали. Нет, прочитай. Ща. И прочитай про вообще про Равок. Про Архивариуса сначала прочти. Так, гадание Анастерии открыли имя и местоположение одного из главных фигурантов вторжения Фиралов. Вы должны войти в порт Валбери через разлом в пожарище к северо-востоке от усадьбы и открыть запечатанные врага врата самого города. Внутри найдите Архивариуса Теллана, убейте его, принесите его голову неповрежденной к Анастерии в тюрьме Форт Икон, чтобы она могла изучить ее. В общем, порт Валбери. Ясно, а Равок? Так, Равок. Это враг моего врага. В северной части Кровавой Рощи. Орден захватил Форт Харрон в северной части Кровавой Рощи. Кровавая Роща — это у нас слева, которая. Вон, Форт Харрон. Нам вот туда нужно. Это во врата Темной Долины, наверное, и немножко назад вернуться. В Кровавую Рощу протонуться? Либо в Кровавую Рощу, либо... Ладно, тоже в Кровавую Рощу, да, прилетел? Буду идти. А, да, потихоньку буду есть. Да и нет, мерзота какая. О! Подожди, где я? Я в Кровавой Роще, смотри. У меня, короче, портанулось, а здесь, видишь, не открыто вообще ничего. У меня тоже, кстати. Как мы тут ходили-то? Ничего не открыли. Дурачки какие-то. Сюда пойдем? Угу. Ой, как ты испорченный пересильем. Фу. Бензином. Блин, я не могу это дерьмо есть. Фу. Ну, блин, только своих врагов этим говном кормить. Давай сюда.
наши любимые фериалы, когда по ним соскучилась. В скобках нет. Я бы лучше растение побила бы. О, а вот это не надо. Ой. Так, что там направо? Да, здесь, да, стоишь прям. Дай попробуй направо пройти сейчас. Ты стоишь там, там бьет. Нет, а, да. Ну, что так там делать? Не сейчас, здесь дом, здесь, сейчас я здесь. Поставлю. Фу, ха, даже кальций. Не настолько мерзко есть. Каменный карьер какой-то. Наверняка можно как-то под... Все, поставил? Сейчас дальше посмотрю, что там. Можно вот сюда пойти. Вниз. Давай. Господи, где мы? Пол карты не открыто. Где ноги? Так, босс. Да, сейчас я пригоню. Давай. Не, он дальнобойный, поэтому подальше. Ну, какая-то лего выпала. Доспех Разина. Что мне руку? Или здесь? Давай же... вниз. Можно. Нет, ничего, да? Ладно, тогда. Нормально, только кусок карты пропустили. Ну, не говори. И главное, блин, вокруг этого портала. Да. Странно, как мы так вообще? Но мы, видимо, коснулись портала, решили пойти вниз и забыли. Даже не вниз, мне кажется, решили портануться в перекресток и выйти из игры. Минус 30 критического урона. Ну, плюс 70. Так, босс, осторожно. Сейчас проведу его. Давай назад. Давай, сейчас. Ой, убежал, блин, сразу ко мне. Он что, под собой этот эфир делает?
лужу с эфиром. Ужас. Блин. Так. Всё, разогнал. Ничего не выпало. Так, алтарь готова? Да. Блин, три штуки таких. Угу. Хотя они... Ну, они без черепка. Так, подсиги зеленые. Угу. Все, по сути, ради алтаря и динамита. Угу. Сейчас я выгоду тебя, поставлю портал. Все поставил. О, Форт Харон. Или Харон. Чё? Где? Ну вот, мы в локацию пришли. Как раз квестовая.
Ну-ка. Орден смертного бдения. Кстати. Чё? Арквянская нежить. Мне еще 820 убить, и будет прям заклятый враг. У меня 1500 еще. Их таницев надо 3000 убить. Так. Босс. Где? Чуть выше звезда. О. А, не босс, это ну, сам форт. Подземка. Вот, пойдем. А кто там? Мы что за квест-то делаем? Ну, вот это враг мой врага. О. Кэсси, блин, магнум, есть 1000 хп. Ну-ка. А, ну мы были здесь в первом прохождении. Даже не помню. Да, я вот это место помню. Там даже во втором были. Не, во втором точно не были. Были. Мы просто вперед шли. Я, если честно, я не помню в первом прохождении это место. Просто не помню. Но во втором точно не было. Какой-то мифический укус пустошителя, одноручный топор. Не, мне такой не надо. Ну там, да, там тотемы и все такое. Что значит тотемы и все такое? Ну, шаману, наверное. Топор? Шаману? Да. Ну, там этот способность, это там тотемы. Ну, может, не непосредственно шаману, а какому-нибудь из нового класса. Так, надо вернуться к брату Элуивису. Это где? Ну, судя по тому, что брату, скорее всего, это... А, ясно. В этот, в... Бастион скорби.
Да. Так, убил некроманта. Так, что ты можешь рассказать об отце Кимоне? Все. На, а нет, не открыли. Запечатано отцом Кимоном. О, у него что-то можно сейчас почитать. Да, давай. Ну, мой верно избранный, у меня есть задача для тебя, исходящая от самого Империона. И какова воля Империона? Империон послал мне видение далекого места. В нем я увидел большой пожар, маяк в темноте. Но пламя погашено созданиями тьмы. Однако все еще есть надежда, и Империон показал мне, что ты – ее воплощение. Орден Смертного Бдения рыщет в священном месте под фортом Икон на севере. Там гробница Архонта Бартолема, священника, умершего много лет назад, преданного последователя Империона. Орден ищет священный прах Архонта. Они, вероятно, намерены использовать его, чтобы питать свои дьявольские ритуалы. Мы не должны допустить, чтобы это произошло. Ты должен войти в гробницу и вернуть прах избранным. Пусть ничто не встанет у тебя на пути. Я принесу прах. А убейте некромантов, охраняющих прах. А где? Почему мы стали почитаемыми, но нам до сих пор не открывают здесь? А вот, видимо, нужно цепочку квестов сделать. Так. Значит, священный склеп, точнее прах, скрыт под фортом Икон на севере, в склепе, называемом Мавзолеем Архонта. А, ну это я знаю где. Пойдем. Там, помнишь, когда в сторону этого форта идешь, был склеп? Такой нет. Этот. Мы еще просто так в него зашли, просто так его прошли и все. И... Куда портоваться? Так, портуйся. Вон он, как раз на карте даже есть, Мавзолей Архонта. В Астраканскую долину. По карте это вот сюда, вот в этот писюн. Блин, так далеко бежать. Это очень далеко бежать. Да нет. Дороги всех убивают. Ну и фериалы. А у фериалов, а мы, фериалов уже... мы все сделали. А, здесь звери он есть. Ну ладно. Понять, как эти кольца бьют. Ну-ка. Ну, вроде что-то бьет. Можно остановиться, убивать. Так, нам обойти надо будет. Что такое? Мифический драконец выпал. Идем. Короче, где-то.
отрезанным что-то будет прям? Потому что у них восстановление здоровья увеличено. Ну там восстановление такое себе. Что меня замедляет. Будем алтарь вызывать. Это алтарь духа. Да. Что, просто так к ним походим, что ли? Духи это кто? Призраки, наверное, какие-нибудь. Вот, ну да. Так, берем на себе. Ничего не дали. Чертежи одни дали. Смотрел вот эту штуку. Это просто к ним подходишь, они рассыпаются. А, скелетики. Ходить. И где челик, которого надо было убить? А мы что, вышли что ли? Нет, дальше. Следующий уровень. Просто там нет звездочки в этом подземелье, в котором
ниже спускаться. Обычно всегда звездочка стоит. Готово? Да. That skill's not ready. А, блин, здесь эти. Нет, кристаллы. Ничего. Давай от кристалла подходи, а то они даже меня больно бьют. Пошел. Иди сюда. That skill's not ready. Интересно, сколько шняги всякой накладывает. Осторожней. Так, давай уйдем отсюда. Давай, потому что, блин. Пусть сам к нам сюда подойдет. Да, вот сюда подойдет. Единственное, блин, живое место здесь. Без кристаллов этих вонючих. Вырастет. Блин, мы его, по-моему, уже убивали ведь. И только сейчас ачивку дали. Видимо, за то, что квест прошли. Хотя мы его вроде еще не сдали, но... Все, выходим. Нет, блин, тут... А, ну... Портал поставим и вернемся. В принципе, это как раз вход. Бастион скорби. Тимон! Так, сдаешь? Сдаю, да. Ты покончил с последователями ордена и добыл священный прах? Да, он у меня с собой. Так, воля Империума исполнилась.
исполнено. Ты хорошо поступил, избранный мой. Теперь, когда пепел в наших руках, мы призовем предвестника воли Империона. Вместе мы понесем праведный огонь нечистым и падшим. Благодаря тебе у нас теперь есть новый грозный союзник. Проявление самого Архонта Бартолема. Что этот дух здесь делает? Архонт Бартолем – огонь возмездия самого Империона. Используя его прах, принесенный тобой, я вернул его из Небесного Царства. Он предстал перед Империоном в день смерти, а теперь будет грозным союзником в сражении. По-моему, мы его уже призывали, да? Так, не путай с ошибочной попыткой, важно управлять смертью. Архонт Бартолем – это божественное существо, присланное из своего небесного чертога самим Империоном. И что дальше? Прежде чем доверить тебе действительно важное задание, ты должен пройти настоящее испытание огнем. Блин, а до этого как будто было испытание не огнем. Ты готов к этому? Какова воля Империона? Есть много слоев пустоты, заполненным пеплом страданиями. В одном из таких мест обитает демон по имени Бейнгаргот. Или Бейнгаргот, наверное. Из своего обсидианового трона это порождение пустоты отправляет свои полчища, дабы сеять хаос и страдания в землях Каирна. Это нужно остановить. Покажи, на что ты способен, избранный. Войди в пустоту через разлом в равнинах Раздора к северу от форта Айкон. Исследуй покинутые пустоши и войди в обсидиановый трон. Убей Бейнгаргота и возвращайся ко мне. Я уже убил эту тварь. Ты храбрая душа. Мифический револьвер Оруэлла. Мифический поборник света. Двуручный топор. О, черепаший панцирь достигнут максимального уровня наконец-то. Ты храбрая душа, и твоя верность не знает границ. Когда придет время, ты станешь моим агентом праведности. С твоей помощью я изгоню тьму из этого мира и снова верну Каирну. Каирну было его величие. Какова твоя воля? Ты был верным последователем, а твоя преданность нашему делу просто замечательна, даже не будучи моим первым избранным. Воля Империона велит тебе сделать это. Для меня это будет честью. Я должен быть с тобой откровенен. Бремя, что я собираюсь возложить на тебя, тяжко, и я могу доверить его только тебе. Далеко на севере, в горах за Астраканской долиной, есть склеп, в котором находится мощная реликвия, известная как Глаз Корваака. После длительной медитации Империон показал мне его местоположение. Глаз действует как линза души человека. С его помощью я смогу заглянуть в сердца моих избранных и отделить истинно верующих от еретиков. Глаз скрыт от взора смертных, заложенный стеной. Обрати внимание на потухший факел. Принеси мне глаз, а я позволю тебе стать частью моего замысла и узнать все, что известно мне. Я верну святыню. Найди глаз. Где? Так, он. Так, гробница к северу темной долины. В Старкардской долине есть темная долина. Нам нужно опять в Астракарнскую долину. А, эмиссар, это таинственный коммерс. Задание какое-то. В Астраканской долине. И чего там? Ща. К северу от темной... Так, в Астраканской долине, к северу от темной долины, есть гробница, в которой находится мощная реликвия. Нам нужно найти темную долину теперь. А, вот он, склеп Корвака. Иди за мной. Вот. Охренели здесь все.
Тут будет. И что нам здесь надо? Найдите глаз. Глаз. В общем. Там выход. Чуть-чуть фиолетовый выход? Не-не, это там дальше потом выход, который можно взять. Печатька падает. Это желейный крабик. Ого, ого. Так, осторожно. Уже все тут стоит, и мне что-то больно. Поэтому осторожно. Замученный какой-то. Другой заразный замученный. Штормовой камень. Разбитая звезда и электрическая привязь. Скорее всего, на мага какого-то. Тут, кстати, ответный урон снижен в этой локации. Наш ответный урон. Да. Ну и ладно, но все равно очень большой он есть, как бы. Да, не, я не абсолютно в ответ на урон, у меня есть, но не настолько много, чтобы прям я сразу стал бесполезным из-за снижения в два раза.
Где этот ваш Корвак? Корвака мы уже убили. А, вас. Там выход. Угу. А что глаз-то где найти? Ну, в конце пещеры, скорее всего. Только это там в пещере. Нет, еще. А, там было сказано, обрати на факел без огня. Что такое? Внимание, да, факел без огня. Вот, видишь, факелы на стенах развешаны. Угу. И надо будет на какой-то нажать, скорее да. всего. Это мне подсказ... А, нет. Это, блин, по всей пещере искать. Скорее всего, там, где ты сейчас. Факел без огня. Я ж правильно прочитал? Глаз скрыт от рук смертных за ложной стеной. Если вы восстановите глаз, Кимон доверит. Ложной стеной. Ну, это как обычно, это скрытое. По стенам водите ей. Угу. Хантит. Группа рун. Смотри, вот иди сюда. Угу. Как-то странно наводится. Здесь видишь, у меня красное. У меня тоже. Может там... С другой стороны, может быть... А, группа урн, это урны. А, урн, блин, а я, блин, рун. Ой, я прочитал. Вот есть дверь склепа. Это выход. Вон там какие-то, видишь? А, да, да, да. Заложенная стена. А, вот, смотри. Мне, подожди, показалось. А, вот, смотри, иди сюда. Нашел. Факел без огня. Самой подсказки этого нет. Если ты пропустил в диалоге, то вот. Вот этот факел. А, блин.
Ну. Ну что, открывается? Как там еще раз? Все. А как, почему он не нажимался? Я не знаю, я просто поближе надо было, наверное, подойти. Он вверх подлетел, потом я его этим рывком, знаешь, как в матрице, когда он это подкидывает и еще бьет. Гробничка. Ой. Шаранату. Перевозчик. Провозвестник. Господи, что это за слово? Провозвестник. Ай. Блин, он повернулся. Ничего страшного. Мне тоже ничего не дали. Все подобралось автоматически, кроме квестового предмета. Все, возвращаемся в братство. Угу. Бастион скорби. Так, ты вернул реликвию? Да, вот она. Символ. Так. Я благодарю тебя, Империон благодарит тебя. Ты был благочестивым последователем, и вера твоя не останется без награды. Я посвящу тебя в свои исследования, как и обещал. Пожалуйста, зайди туда и посмотри, что значит служить богам. Понимаю. Все, нам что, кабинет его? Да, смотри, кабинет, ну этот, открыли проход, пойдем. И чё там? Нас тут не убьют? Нас не обманули? Вот дневники. И чё дальше? Читаем дневники, наверное. Это интересно. Все? Это ради вот этого мусора мы сюда шли? Серьезно? А, подожди, стой, посланник. Ты не Кимон, ничтожный червь. Почему он допустил тебя ко мне? Неужели он потерял разум? Неужели он заболел? Нет, он глупец, и глупцы будут наказаны. Империон? Ушел, пропал. Есть только Корвак. Преклони колени перед его посланником. Что у тебя за дела с Кимоном? Кимон нашел склеп Корвака. Его зов проник сквозь завесу, и Бог ответил.
Димон умолял подсказать способ спасти его людей. Взамен Корвак попросил лишь душу. Теперь у Кимона есть силы, которые он так алкал, а Корвак обрел последователей. Что за Корвак? Корвак, который был, когда мира не было. Корвак вечен, бесконечен, предтеча. Так, я не могу позволить этому... Так, избранные должны быть предупреждены. Я не могу позволить этому продолжаться. Я хочу долю. И что нужно Корваку от последователей? Что выбрать? Чё? Ну, сейчас. И... Что выбрать? Давай, что выбрать Корвака. Сила мертвого бога растет. Это ставит под угрозу могущество Корвака. Потому Корвак должен возвыситься. Мертвый бог? Что за Корвак? А что там еще в Корваку последовательно? Да, избранные роды. Глупец, избранные служат своему богу и в свою очередь будут вознаграждены за свое служение. Ты же будешь отмечен как еретик, союзник Хтона. Ты отринул их священную веру. Я остановлю тебя. Ну, давай. Готово? Мышку в руки возьми. Сражаться будем, конечно же. А, нет. Не будем? Не будем. Все. Что-нибудь еще потыкай. Ну вот. Там... И в чем прикол? Что за говорю? Можно у этого Кимона спросить? Пойдем спросим. Кимон! Не, он ничего не говорит по этому поводу. А вон возле него какая-то жижа появилась. Архонт. Она и была. А, в общем, ничего интересного. Ради этого пауза? Ну, давай, можем сделать.